Традиционная предновогодняя выставка-ярмарка чудес в очередной раз собрала тех, кто не только любит удивлять своим творчеством близких и коллег, но и не остается равнодушным к чужой беде. Уже не один год лучшие мастера города выставляют здесь свои работы, при этом не только зарабатывая, но и принимая участие в доброй миссии. Посетители вернисажа оставляли в специальных копилках деньги в помощь тяжело больным брещанам. Каждый год число участников пополняется. В этот раз в почетном списке порядка 50 талантов. Это наша 11-я ярмарка форумская. И 6-я новогодняя ярмарка. В этой ярмарке принимают участие более 50 мастеров, среди которых есть новички и старожилы. Декупаж, работа с бисером и кожей, лентами и даже сладостями. С этим и многим другим могли познакомиться гости творческого праздника. Здесь развлечения по душе могли найти и взрослые, и дети. Пока первые выбирали новогодние сувениры, оценивали новые модные тенденции в творчестве и аксессуарах, вторые постигали азы различных техник рукоделия и изобразительного искусства. Своим опытом изучения новых форм и решений поделились и мастера, многие из которых открыли в себе новое качество благодаря декретному отпуску. Мое основное увлечение – это скраббукинг. Поэтому здесь очень много у меня открыток, конвертов, блокнотов. Очень люблю это дело. Как у многих, с декретом связано увлечение рукоделием. То есть уже 5 лет. Я занимаюсь изготовлением броши из кожи, натуральной, с различными красивыми дополнениями натуральных камней или бисера. Почему я этим занялась? Потому что это красиво, потому что это необычно, потому что это украшает женщину. Творческий вернисаж – еще одно подтверждение тому, что Брест, несмотря на переданное молодечно почетное звание, культурная творческая столица. Именно здесь живут настоящие таланты, которые мастерски не только выполняют свои профессиональные обязанности, но и также увлеченно творят, создают, радуя брещан и гостей областного центра.